Вот приехала на такое мероприятие я впервые. Вот, чтобы несколько дней здесь побыть. Была на однодневных, не менее, абсолютно не умоляя. И все-таки несколько дней здесь побыть – это не одно и то же. Вот, вернее так, несравнимые вещи, потому что раскрываются вот глубинные какие-то, вот, наверное, что-то живет внутри. Я не знаю, как это назвать, но оно что-то живет. Как раз вот в течение вот времени это как, не знаю, психологи называют полное погружение, да, и причем это не какой-то тупой фанатизм или там идолопоклонство, то есть вообще абсолютно. Я наконец-то здесь поняла к этому третьему дню, что у природы свои законы, и то, что мы по ним не живем, это не значит, что их нет, а просто мы их забыли, потому что мы живем совсем вдали от природы, в этих в каменных джунглях, которые нас поселили, а то, что есть другая еда, другая природа, другой воздух, другое дыхание, которое так, к сожалению, далеко от города, оно, конечно, то это вот то, что дает жизнь. И, конечно, знания, с которыми, я надеюсь, придет осознание, которые дадут новые знания. Поэтому я очень вдохновлена. И общение, и настолько вот это близкое, непринужденное общение, а вот тоже его так не хватает, потому что везде формализм, везде работа, какие-то ограничения, а здесь просто ты есть какой-то есть. Поэтому я хочу сюда еще приехать.